Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на странице 32 выполним задание под номером 7. Попроси члена своей семьи принять участие в небольшом исследовании. Это лучше сделать в воскресенье, когда вся семья дома. Его цель – доказать огромное значение воды в нашей жизни. Вода и напитки, в которые она содержится, например, чай, сок, морс, компот – необходимая часть нашего ежедневного рациона. Пусть участники исследования в течение дня отмечают, закрашивают клеточку клеточкой, каждый выпитый ими стакан воды, чашку чая и так далее. В конце дня посчитай количество закрашенных клеточек и запиши получившееся число. На уроке окружающего мира вы узнали, что вода входит в состав любого организма. Много воды в теле человека. Организм постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении. Например, человеку в сутки требуется более 2 литров воды. Часть он выпивает, а часть содержится в пище. Итак, давайте посмотрим, что же происходит утром. Утром мы встаем, обязательно завтракаем и пьем чай. Закрашиваем одну клеточку. Приходим в школу, завтракаем, там тоже дают какой-то напиток, закрашиваем еще одну клеточку. Наверняка после урока физкультуры или на переменке мы захотим попить, мы выпьем еще один стакан воды. За обедом нам обязательно дадут чай, компот или кисель, мы выпьем еще один стакан жидкости. Во время выполнения домашнего задания мы выполним еще стакан жидкости. Придя домой, мы тоже обязательно выпьем стакан жидкости. Когда мы поужинаем, мы выпьем еще один стакан жидкости. Это может быть кефир, сок или чай. Ну и вот таким образом, если мы посчитаем, то вот за день примерно я выпила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стаканов жидкости. Поэтому я могу записать, сколько стаканов жидкости выпила я. Я выпила 7 стаканов жидкости. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.